Здорово, народ, вы на канале Арти, это вторая моя распаковка на канале. До этого была распаковка Xbox Series S. Блин, я предлагаю вам все-таки тот ролик тоже посмотреть, чтобы было с чем сравнивать. Но в этой распаковке я тоже буду сравнивать две консоли, точнее их геймпады. В целом же это не такой скомпонированный ролик, как был с Xbox. Я решил PlayStation раскрывать, распаковывать прямо на стриме, чтобы поделиться первыми эмоциями перед чатом, перед моими зрителями, которые мне помогали собирать деньги на эти обе консоли. Поэтому в целом ролик чисто моих эмоций и распаковки на стриме. Я надеюсь, он вам зайдет в таком формате, но там все было прикольно, было забавно. Поэтому ставь лайк, подписывайся на канал и напиши в комментариях, как тебе в целом PlayStation и что ты считаешь лучше все-таки, Xbox или PlayStation. И уже погнали смотреть. Я не мог не опоздать на стрим только по одной простой причине. Потому что мне пришло вот это. Наконец-таки. У меня стол прогибается. У меня стол прогибается под ней. Это что такое? PlayStation. Сколько она весит? Уф. Уф. А как я ее... Уф. А как я ее буду раскрывать? Я, короче, не готовился. Стол гнется под ней, у меня стол огромный, чтобы вы понимали. Ну да, кстати, забыл сказать, я дико извиняюсь за качество видео, оно гораздо хуже будет, потому что это именно запись стрима, а вы знаете то, что стримлю я на чертову вебку, которая в скором времени, правда, заменил уже на фотоаппарат на зеркалку, но пока довольствуемся тем, что есть, поэтому теперь точно погнали смотреть. Кстати, пломбочки не такие, как у Xbox. У Xbox официальные, а эти могли повесить сами DNS. Она офигеть. Я ее не могу открыть. Подожди. Откройся. Сука. Получилось. Я аж припотел. Так, окей. Это, как говорится, первые впечатления. Чисто вот распаковки. Вот чисто, вот как оно чувствуется. Как оно чувствуется, когда ты это открываешь. Вы же понимаете, что это Next Gen. Вы же понимаете, что это консоль надолго. Ну, лет на 5, наверное, минимум. Вы понимаете, что это самая технологичная... Самая технологичная версия вообще приставочная. А, тут не коробка, тут не коробка. Тут смотрите, какая штука. Здорово. Тут не коробка, тут вот так вот. Тут вот так вот. Ну, хотя бы кабель питания есть на нашу розетку, потому что, возможно, она могла бы быть европейской. Так, PS5. Какие-то бумажки. Ну и самое первое, что лежит в коробке, кстати. Самое первое, что лежит в коробке, это геймпад. Уф. А можно понюхать эту штуку? А можно не открывать? Понимаете, что вот это самый... Блин, ну это самый высокотехнологичный геймпад на данный момент. И высокотехнологичный вы не найдете. Он, кстати, гораздо тяжелее. Вот новый геймпад от Xbox, да? Новый геймпад от Xbox. Не, он полегче, наверное, полегче. Уф. Ну, здравствуй, маленький. Он маленький, он меньше, чем я думал, кстати. Ля, какие триггеры. Они такие вкусные на вид. Ну, короче, он в разы меньше, как по мне, чем я думал. Можно фокус, да, спасибо. Он в разы меньше, чем я думал. Ну, разъем, естественно, Type-C. Ну, чисто для сравнения, да? Но он поменьше, да? Хотя нихера он не поменьше. Он потоньше, как будто бы, но размеры... Не, он не поменьше.
Он даже как будто бы побольше. И да, тут действительно вот эта шершавость, она не такая. Я не знаю, было ли это согласовано с выходами новых консолей, но у нового Xbox тоже шершавые задники. Хотя на старом геймпаде, я не знаю, мне где-то там валяется, хотя на старом геймпаде задники не такие шершавые. А здесь они тоже шершавые. Блин, я сделаю потом отдельно фотку, вам покажу. Здесь вот эти шершавки, это нолик, крестик, треугольник, ну то есть вот эта вот вся... Уф. Слышите звук какой? Ну кнопки, кстати, гораздо... Смотри, от Xbox. От PlayStation. Да нет такой большой разницы. Я смотрел пару обзоров, и все говорят, там кнопки настолько тихие, вообще невозможно. Пиздеж и провокация, я вам так скажу. Это чертовы Sony Boy. Я вообще к консолям никак не отношусь, кроме того, что у меня есть Xbox, Switch, PlayStation теперь. Ну, типа, я, так сказать, независимый эксперт в этом деле. Блин, да они пиздят, они пиздят в цвет, это пиздеж. Единственное, знаете, какая разница? Вот эти вот задние триггеры, вот эти вот именно, RT, LT, которые, да, обычно, а здесь L2, R2. Вот они, конечно, гораздо плавнее нажимаются. Весь Next Gen вот в этих маленьких кнопках, вот в этих маленьких кнопках. Ну, короче, геймпад кайф, визуально он очень крутой. По удобству, я очень привык к Xbox-овскому геймпаду. Ну, есть ощущение какое-то интересное от этого геймпада, я вам так скажу. А вот это вот, это вообще забейте. Инженеры PlayStation придумывали Next Gen, бла-бла-бла, они придумали типа всякие технологии крутые. Это что, блядь? Вот это что, блядь, такое? Это просто... Пластмассовая подставка. Они не могли встроить ножки? Там болтик какой-то. А, ну болтик понятно для чего. Типа в ней прям внутри болтик. Чтобы типа, мол, вытащи и прикрути. На Xbox она не лучше. Там офигенные, допустим, даже на, у меня X нету, на S-ке. Здесь офигенные маленькие прорезиненные ножки. Видишь? Вот он, Next Gen. Вот он, блядь, Next Gen. Маленькие, аккуратные, прорезиненные ножки. Понимаешь? Ну, положили HDMI на том, спасибо. А теперь самое вкусное. Это прям... Это первое открытие, чат. Пахнет играми по 6К и еще как. Главное не уронить. Кстати, все ругались на Xbox S, который якобы в яичной коробке был сложен вот в такой, но, пожалуйста, PlayStation 5, 50 тысяч рублей практически, тоже из говна сделано. Ну, к слову, кстати, на Xbox-овских лотках было написано, что Xbox, а это просто лотки. Фух. Вот она маленькая, вот она. Ну шо? Пора ее открыть и чекнуть. О. Маленькая, вообще не маленькая оказалась. Здесь значок такой огромный. А где перед, а где зад? Уф. Ля какая, как она выглядит. Сука, огромная. Ух. Но, блядь, она огромная. Я вам так скажу. Она прям огромная.
Ну, типа, выглядит она, конечно, очень круто. Очень круто. Очень специфично. Не знаю. Концептуально есть такое слово. Вот такой вот огромный значок. Вот такой вот задничек со всякими входами. И выходами. Ну, дизайн жесткий, конечно. Дизайн жестко выглядит. Спереди ни хера нету, только USB. Да, только USB. И Type-C. Да, Type-C. Я уже вижу, что она в пыли. Вот эта глянцевая дичь будет просто пылиться, как не знаю что. Слушайте, ну выглядит прикольно, конечно. Если ее брать с каким-нибудь условным... Xbox S... Вам видно? Ну, как-то это приблизительно вот так вот выглядит. Я не знаю, куда их ставить. Куда вот это раскладывать все. Ну, а теперь My Collection выглядит примерно вот так. Вот такая вот мини-распаковка получилась прямо на стриме. Я очень хотел это сделать именно с чатом и показать первые эмоции. Первые эмоции какие? Она очень огромная. Она выглядит... Блин, ну она выглядит очень круто. А сразу говорю про геймпад. Все пиздеж. По поводу того, что якобы геймпад PlayStation намного, намного прям кнопки отличается от Xbox. Так что, когда вам Sony Boy будут продавать плойку только из-за геймпада и говорить то, что да там кнопки даже по-другому жмутся. Все пиздеж. Как-то так.